Ребята, чё как? Мы вернулись, все работает, ничего не работает, все сломалось окончательно. Или все не сломалось окончательно? И снова добрый вечерочек, и снова здравствуйте, снова очень рада вас видеть. Снова рада вас видеть. Чё по качеству? 480 так и осталось или 720 появилось? Раскужить мне. Будь ласочка. Я могу, конечно, пойти в Ютаб чекнуть. В смысле, в какой Ютаб? Никакого Ютаба не существует. Ты о чем, Вика? Я могу пойти посмотреть свой стрим. Снова без миксера, да, потому что у меня нету ничего в этом профиле, кроме ОБСа, Рутони, Стима и всякого говна, которое не запускается, потому что оно не поставлено. Выбор есть. Потолок 700. Все, огонь. Потому что мой потолок 720. Если я буду ставить 1080, мы не будем вывозиться. Мы не будем вывозиться. Вот, у нас... мне не потянет компьютер 1080, поэтому... Но мы уже привыкли к Викуле, которая рассыпается чутка. Я, кстати, все думаю, может, ну как бы, знаете, это... Пойти по стопам, много Викули не бывает, и сделать, типа, вебку больше, чатик больше. 1080 же вроде нет на время мирового карантина. А, я сейчас не знаю в данный момент, но я как-то уже пробовала, и он, в принципе, не вывозит. А еще миксер сосет, и Вик это... Я просто решила, что, ну, все, надо окончательно только Twitch, все, ничего больше. Ну, у компаньонов, да, сейчас обрезали. Я не знаю, последние новости я не читала насчет качества и вот этого всего. Мне Steam нужен. Я не читала. Я слышала, что обрезали максимальное качество для того, чтобы не было... ну, короче, чтобы нормальный народ смотрел все это дело. Вот. Так. Тюзимунь. Играть. Мини-зод первый. Давайте посмотрим, что происходит. Русская версия. Прекрасно. Опачка! И у вас запустилось, и у меня... все, огонь. Стримят 10. Все, стримят. Вот зумич говорит, что стримят. 720, да. YouTube 720 уже за фузафул не считает. Зумич говорит, что стримят 1080. Значит, есть 1080. Я слышала только новости, но я не следила за ними, на самом деле, если честно. У вас, кстати, картинка лучше, чем у меня она растянута. Кто помидорки швыряет, я не поняла. А почему тебе так миксер нравится, Фэбл? За фул 720 никогда и не был. Позорные 720. И у меня даже компьютер 720... Ой, 1080 не выводит. Представляете? Картоф. Кошка. А чё ты вот это? Слышишь? Ты крут. Кошка. Десять восемьдесят было бы круче, но 720 тоже норм. Можно стрим настроек устроить и посмотреть, вообще сработает, не сработает. Думаю, не сработает. Мне что, у меня будет, скорее всего, интернетик не вывозить. На вебку на следующий раз надо будет больше сделать. Привет, Ева. Ты хочешь сказать, что ты не... Зайди в мой кабинет. Мне кое-что... Нил, ты где? Совещание началось час назад. Что? Буду сам себя... Без выбора... Ну вот да, это минус один из крупных минусов. Постой-ка, сегодня нет никакого совещания. А, вот это я сделала. А, 3080 еще лучше. Не-не-не-не-не-не-не. Спокойно. Ну, будь ласочка! Я хочу с геймпуда играть! Так, начался коэффициент Викули. Случился коэффициент Викули, ребята. Ладно. Ага, и я не дурочка. Два раза за день, серьезно. Кроме того, это даже опасно. А что, если птас ударил меня по голове, не опрокинувшись? И ты сделала так, чтобы он ударил по голове меня! Это не одно и то же, ты твердолобый. Т, новые карточки.
А, ну это, конечно, да. Это, конечно, да. Это само собой разумеется. Само собой разумеется. Да, это естественно. Я с тобой полностью согласна. Ты прав. Ну, один раз я тебя уже разыграл, и прости за то, что дал тебе шанс сравнять счет. Если серьезно, загляни ко мне. Я хочу кое-что тебе показать. Только дай мне сначала немного времени. Не хочешь пойти вниз на корпоратив, поздороваться со всеми? Может, позже, если пойдешь, захвати мне выпить. Ну что ж. Кабинет доктор Ева Розалин. Доктор кабинет Роберт Лин. Роксана Винтерс. Нил Уотс. Он теперь доктор, видали? Доктор. Логан Босвелл. В смысле, компьютер не вывозит с экрана, ну, то я вижу разницу между 720 и 1080. Ну, да, 1080 100% лучше, я верю. 1080 100% лучше. Но у меня ни карта, ни процессор не вывозят. Игру, стрим, вот это вот все параллельно. Программки, которые я там запускаю. Да, Impostor Factory пилится на конец 2020 года, вроде бы релиз. Вроде как. Он не был доктором, он был этим техником. Он был техником. Потому что у нас Ева была. Дорогой дневник, сегодня я... Блин, я не могу просто оставить свой дневник здесь. Уберу-ка я его подальше, пока никто не увидел. Нам же вначале говорили, что... Она была доктором, а он настройщик вот этого устройства. Надо собирать не на прозрачный корпус. Но я жду конца года, на самом деле, потому что я хочу апнуть видеокарту и процессор, но в конце года там, может, цены чуть-чуть пойдут вниз, может, сейчас они вроде подскочили после всех этих ситуаций. Вот, так что... А вот наше время 800 на 600... Кстати, ни разу 800 на 600 не было. Вот, кстати, между прочим. Вот, между прочим, хочу заметить. Эй, еще ничего не готово! Да, господи, Нил... Виллис Макмиллан, Лиза Васкес, Эдди Дойл, Таима Макмиллан. Доктор уборная! Сук! Серьезно? Он представлялся доктором просто на Ева. А, вот оно что. Думаешь, это так работало? Старкрафт. Ну почему Старкрафт в таком? Почему? Чего так-то? Ну да, в наше время 800 на 600 было топич. Что? Просто вспомнил. Не могла бы ты принести мне торт и что-нибудь выпить? Как ты узнал, что там будет торт? Торт есть всегда, и я его хочу. Так иди, возьми, я тебе не служанка. Ну так что? Нил? Я думаю! Слушай, мне некогда, я перезвоню. А, 99-й год. О, привет, Ева! Рокси, ты в порядке? А? О, ну, мы вышли наружу, чтобы забрать кое-что из машины и... Ну, ты понимаешь. Снова они, да? Что ж, так всегда в это время года. Слушай, не говори остальным, ладно? Не хочу, чтобы ты из-за этого... Чтобы из-за этого все были в напряжении. Может, там уже никого не будет, когда мы будем расходиться. Надеюсь. Пошли посмотрим, как там остальные. Угу. Пошли. Ну да, старые игры. А есть High-Res Edition? А чё ты в него не стал играть тогда? Кёджин, или там поменяли что-то не только в качестве разрешения? Не знаю, что мне делать, Ева. Раз мы сегодня все в сборе, Эдди позволили выпить, но теперь он никак не замолчит. Может, ему просто нужен собеседник?
Да, этого-то я и боюсь. Знаешь, что меня бесит, Лиза? Мы можем менять воспоминания, а я не могу сделать свои волосы не стойкими, как у Логана, не шелковистыми, как твои. Ну да, это трагедия. Классный берет. Такими стойкими, что ношение шляпы было бы сокрытием оружия. Продолжай мечтать, Эдди. Хочу, чтобы они были такими же блестящими, что пялиться на них было бы запрещено законом. Так стремись к этому, чувак. Хочу, чтобы волосы были такими клевыми, что в 80-х все захотели бы такую прическу. Не думаю, что на твоем поле может вырасти подобное семя. Хочу, чтобы волосы были так профессионально, что директор бы перепутал и выдал им костюм. Что такое с Эдди? Выпил полбутылки пива. Пышными, что у окружающих подносила крыша бы. Проповедуй, брат. Хочу, чтобы волосы были такие русые, что вокруг бы собирались зеваки гнусные. Чтобы волосы были такими необыкновенными, что все люди вокруг трепетали бы. Ты читал Белоснежку? А еще шелковистыми, чтобы когда вырастет целое полотно, ими можно было торговать по всей Азии. Твоя голова не сад, чувак. Хочу, чтобы волосы были такими гладкими, чтобы можно было провести по ним рукой вверх и не разглаживать потом. Аминь. Я хочу, чтобы мои волосы были такими могучими, что рядом со мной преклонялись бы даже львы. Шея будет в напряжении, зато волосы будут немного кудрявыми. Близы выпустили ремастер, там вроде ничего не поменяли, кроме портретов. Бля, серьезно? Это ремастер теперь в наше время называется? Я не знала. Близы, конечно, с каждым разом. Я бы хотела, чтобы мои волосы были так революционны, что смогли бы победить на выборах. Ремастер не нашел, но мне и так нормально. Не из тех, кто гонится за решением. Вот кто-кто. А Кьёджин 100% не из тех, да. Это прям 100%. Миллион процентов. Миллион сотен процентов. Я хочу, чтобы волосы были такими божественно мягкими, что ангелы бы пели, когда я снимаю свой берет. А еще, чтобы они были так величественны, что дрессировщики лошадей попробовали бы их обуздать. А еще хочу, чтобы волосы были такими дикими, что их надо было бы укрощать, несмотря ни на что. И чтобы волосы были такими густыми, что люди смогли бы в них теряться. Хочу, чтобы моя голова была вся в волосах. Это круто. Хватит, Эдди. Я думаю, тебе стоит остановиться. Я... Нет, неправда. Мы до конца дождались. Привет, Слайлинкс. Да в смысле? Это не был сарказм, это серьезно. Ну, тебе же нравится финалка седьмая? А у нее вон графика какая, поэтому это серьезно было? Серьезно вообще? Серьез щиткино. Губы закаточные. Ну, слушай, да, помечтать человеку. Хочет он шикарные шелковистые волосы, которые были бы настолько гладкими, что их можно было, можно было бы погладить снизу вверх, и ничего не пришлось бы разглаживать. Хз, как это называется, я имею в виду, что не поменяли суть, и графен гораздо лучше. А, ну это ремастер, в принципе, так и называется, да. Зданием стиль немного поменяли. Да, в последнее время что-то так часто слышу про... Ой, боже, StarCraft, что... Черт возьми. Так, ну что ж, пошлите дальше. Привет, Ева. Привет, как прошел последний выезд? Я слышала, вы, ребята, столкнулись с некоторыми трудностями. Все хорошо, всего лишь бюрократия во всей своей красе. Но я сейчас стараюсь забыть о работе, у нас ее будет еще полно. Мы тут стоим и обсуждаем наши вкусы касательно картин раннего стиля барокко. Они все хороши. Да, да, хороши. Где Нил? Сидит в своем кабинете. Если честно, не понимаю, что на него нашло. Похоже, все как обычно. Отдохни немного, Ева, ты это заслужила. Ева, душа моя. Добрый день, Таима. Знаешь, ты никогда не отвечаешь на мои письма про племянника, которые я присылаю тебе. Я прикрепила его фотографию и все такое. Ну, спасибо, но я просто не смотрела. О. Дело в том, в этом мальчике Ниле, не так ли? Что? Нет. Я предпочитаю разделять личную и профессиональную жизнь. Ух ты, тогда есть веская причина, почему мой племянник подойдет тебе. Вы вдвоем будете жить так счастливо. Не знаете, если передумаешь насчет моего племянника, дорогуша, он настоящая находка. Этот напиток алкогольный? Понятия не имею. Тебе стоило видеть Виллиса, когда он был молодым. Что за жеребец? Началось. Вот эти корпоративы, понимаете? Вот так оно все и происходит. Чтоб я знала, что так происходит на корпоративах, но я уверена, что примерно как-то так. Чтобы погладить волосы, и они потом стояли, нужен всего лишь гель. Более чем выполнен. Нет, он хочет, чтобы они были такими шелковистыми и гладкими, что ты можешь, ну, не сверху вниз их гладить, а снизу вверх, и они бы, вот, ничего им не было бы.
такое время относительно оригинальной игры. Это после уже оригинальной игры, типа Рождество. Это у них тут они отмечают, празднуют Рождество. Нил снова окукливается в своем кабинете. Наверное, это самое подходящее слово. Эй, Виллис, похоже, что Логан подкатывает к твоей даме. Подожди, что? Она никуда не денется. Ну, не знаю, Виллис, Логан поет словно ангел. Правда? А, да, Виллис, я слышала, он еще и прелестный танцор. Серьезно? Ну, и в голове всего три пряди, но каждая хочет побить его на парковке. Ну хорошо, как по мне, вы все слишком сильно запутали. Кстати, спасибо за то, что прикрыл вчера мои махинации с облигациями, Виллис. Я слышала, все прошло хорошо. Хе, с моей точки зрения, не слишком уж. Это был достаточно активный год, знаешь ли. Ты не думала взять небольшой, ну, знаешь, отпуск вместе с Таимой? Да нас не волнуйся. У нас еще есть порох в пороховницах. Да, мы пришли... Не-не-не, мы прошли оригинал игры. А это два мини-зода. Два мини-эпизода после игры. Их тут... Вот мы сейчас первый идем. Потому что основной сюжет мы прошли, посмотрели, я поплакала в конце. Кроме того, некоторые пациенты предпочитают более опытных людей с большей практикой. Просто не забывай о себе, Виллис, у каждого есть свой предел. Ева, я спокоен, пока знаю, что когда настанет день, наша судьба будет в твоих руках. Эй, не будь таким угрюмым. Прошу тебя провести время. И тебе, а почему ты тут просто так стоишь? Дай глазам отдохнуть, вот и все. Это мы первые проходим. Некоторым есть нечего, они... Вообще, возмутительно, скажи, как можно. Хамы неблагодарные. Так, а где торт для Нила? Подождите, где мы можем тортик для Нила взять? Слушай, я знаю, что сложно не думать об этом, но, но переживания ничего не изменят. Вика, что? Что я тут? Знаю, но каким было желание твоего последнего пациента? Что? О, ну, она мечтала посмотреть мир. И она посмотрела? Да, мы ей все показали. Даже я мельком глянула на места, где никогда не бывала. Пошел в Чонан детстве, и мы узнали, что были близнецы. А что дальше? Мы отправили его на Луну. Мы узнали, что были близнецы. Мы стерли из его воспоминаний Ривер. Мы отправили его на Луну. И выяснилось, что... Все, молчим. В прошлый раз белого квадрата. Знаешь почему? Сейчас я скажу почему. Вот поэтому. Плюс глаза, да. Все, не пишем. Куторец, короче, все вышло, да. Она была так счастлива. Похоже, она была вам действительно благодарна за все, что вы сделали. И менталь, тут есть опаска, по-моему, что здесь будут какие-то отсылки на первую часть, на основную сюжетку. Есть опаска. Угу. Ты помогла многим людям, Рокси. Уверена, если бы они могли говорить, они бы тебя поблагодарили. И то, что сейчас происходит снаружи, не изменит этого факта. Думаю, ты права. Мне и правда лучше, когда я об этом думаю. Спасибо, Ева. Сейчас праздник, не дай им испортить настроение. Угу. Представил Рейгана без ушей. Ну а чё он ходит там без ушей? Кто вообще без ушей-то ходит? Алло. Так, а где я не могу? Снимал наушники, ты надел, все хорошо, ты не слышал ничего, правильно? Я говорю, что есть опаска, ты спойлеры пропустил, да. Есть опаска,
что в этих мини-зодах будут какие-то отсылки на основную часть. Но это надо у Райгана спросить. Будут ли здесь какие-то отсылки и будут ли какие-то спойлеры к основной части. Но Райгану надо написать, потому что он не слышит ничего. Он без ушей, он только смотрит. Нил? Занято. Странная херня. Вчера я играла с геймпада, было гораздо приятнее. Судя по музону, походу, да. Походу, труп найдем. Блять. Хорошая попытка, но в этот раз никаких тазов с водой. Все хорошо, ты какой-то отрешенный. Торт не принесла, вот она морозится. В стиме тут он настроен. Кто? Кто? Все хорошо, ты какой-то отрешенный. Что? Да, все нормально, я в порядке. В любом случае, я почти закончил. Я позвоню, как все будет готово, Ева. Ладно, пора за работу. А, геймпут. У меня просто вот этот мой ноунейм, и он автоматически подхватывается. Терпение, добродетель Ева. Просто она ему торт не принесла. Мне, в принципе, конечно, если бы мне торт не принесли, я бы тоже была не очень довольна, наверное. Если бы я попросила торта бухло, а мне не принесли ни одного, ни другого. Я бы тоже, наверное, расстроилась. С другой стороны, я ему не обещала, между прочим. Я ему предложила самому прийти и взять. Так. Буду тебе должна. Угу. Тоже, тоже хочу. Я хочу сладенького. Я не ходила в магаз за сладеньким. Теперь сладенького хочется. Нравится хрустящий снег под ногами. Это как лопать пузыри на упаковке, только сапогами. Не могу дождаться очередного снегопада. Почему Нил не пришел? Его одного тут не хватает. Who is you? Ты все забрал, что нужно? Ага. Не выходи пока наружу, Ева. Знаю, Рокси сказала. Настойчивые мерзавцы. Похоже, они тут надолго. Все хорошо, Рок? Я в порядке. Будь осторожна, Ева. Некоторые из них вообще не знают приличий. Угу. Не хочет разговаривать. Будь осторожна. Некоторые из них не знают. А могла бы по-дружески? Могла бы. Но не принесу. Сама съем. Да? Все готово, Ева. Приходи, как сможешь. Очень странная херня происходит. Если бы ты еще и заплатила за то, что бухло их не, и их не принесли, и денег нет, вот тогда бы был в кореню. Блинчики. У тебя всегда есть вкусные штуки? Откуда у тебя так много вкусных штук? Кёджин. Чё за дела? Чё за пищевой буллинг вообще? А, нет, открыто в этот раз, смотрите. По дороге домой открыли из карантина кофе с кафе с вкусняшками. А Наполеон и медовик. А, вкусно, блин. Вкуснота. Завидую. Приятного тебе, потому что надо будет, блин, надо будет завтра себе купить Наполеошу. Я нашла очень вкусный Наполеон карамельный. И это просто божественно. Боже, очень вкусно. Кофеечек и этот Наполеон. Рай. Закрой дверь.
Зачем? Затем, что компьютер можно использовать только для работы, помнишь? Если Роб увидит, то скажет: снова отлыниваешь, Нил? Ответ прост. Ответ рядом с... Ага, все понятно. Ладно, тогда нет вопросов никаких дополнительных. Из-за тебя у меня в голове мысли о огромном пакете попкорн. Ты мне напомнил? Молодец огромный. Я завтра себе еще и попкорн... Сраный килограмм попкорна закажу. Чудесно. Вкусно готовит девушка. Да. У Кёджина очень вкусно девушка готовит. Да. Эх. Вкуснота. Что это? Вот. А я во вторник в офис выхожу. Я 2 месяца сидела, работала из дома, а во вторник в офис выхожу. Наконец-то. Я очень рада. Что ваш Наполеон, уже черешня есть. Для черешни нужно снять денег и пойти на рынок. А я не хочу. А что мне делать? У меня не продают ни Наполеон, ни какого попкорна. Так ты можешь заказать. Ты же в Украине тоже живешь? Если я правильно помню. Ты же в Украине живешь. Я тебе могу ссылку дать. Жди после стрима, жди после стрима, если кину ссылку. Ты просто все нормально. Каждый из нас хочет побыть немного Кёджином. Каждый из нас хочет побыть немного Кёджином, ну или хотя бы просто вот девушку Кёджина себе увести. Так что ты, Кёджин, везучий мужчина, что нас там рядом нет. Садись, вот. Эх. Опа! Помнишь? Пожалуйста, скажи мне, что ты сам его сложил. Расслабься, их там были сотни. Да и не похоже, чтобы Лили с детьми нашла им применение. Но тебе-то он зачем? Чтобы разбудить твои воспоминания, например. А теперь запускай программу. Не знаю, хочу ли я. Ой, да ладно тебе, я так старался. Приходи только адрес эти... Ну, конечно, адрес не дам. А ну-ка. Что? Та-дам! Это же просто-напросто неуважительно. Да ладно тебе, видеоигры — вид искусства. Они давным-давно утверждены законом. Да, но из-за этой игры закон могут отменить. Говори, что хочешь, Ева, но ты ведь еще даже не играла. Давай, попробуй. Починили. Блин, а я вниз там не ходила, слушайте. Варнинг, спойлеры! Немножко спойлеров. Ну как, они здесь непонятные, скорее. Блин, а я там вниз не ходила! Thank you.
Господи, испугалась немножко. Так, ну эти все штуки можно, наверное, не забирать, потому что они... давай, пивас, вкусно. Вот это сейчас проскочил он меня каким-то чудом вообще. Так, сердечку берем. Так, что тут у нас? Тут у нас пустота, да? Пустота. Хорошо. Бля, как сегодня не засидеться допоздна? Скажите мне, плес. Забираем крольчатину. Просто. Что это? В смысле? Что именно? Что? Ау! Больно. Я что-то скипаю. Где мы? Это игра Нила. Ха, я тоже делала подобные игрушки, когда был в твоем возрасте. Это Нил сделал игру. Что за... Все собрались здесь. Как мило. А вот эта летающая голова, это ты, Нил? И давно вы, ребята, тут стоите? Похоже, ты тут опять отлыниваешь. Ох, я же говорил, что он так скажет. Выметайтесь из кабинета. Это мое личное пространство. Кыш-кыш. Надо в Супер Митбо... Я, кстати, подумала, я недавно села смотреть, у Стопгейма был турнир, вот, и там одна из игр, это был Супер Митбой, она так классно выглядит, господи, я прям сижу и с тех пор хочу поиграть в нее. Видишь, Ева, вот что происходит, когда не закрываешь дверь. Неплохо было бы размять ноги, только сейчас поняла, что ты не принесла выпить. А ты пока можешь играть. Давайте дальше играть. А, интересно. Что-то я сейчас не поняла. Открылась. Хорошо. Вы Митбой классно, но проходите его, это жесть. Ну, как все такого типа игры, они адовые совершенно. Если ты хочешь, чтобы я это запомнила, то нет. А, все, спасибо. Забрали. Ну это как этот, во что мы там играли? Как он? I Wanna Be The Boss? Он тоже выглядит вроде жесть, но вполне комфортно играется. Мне показалось. Пробую еще байнерис для разминки, ну вроде бы. Опа. Надо не забыть название. Так, музычка. Сейчас какой-нибудь бусфайт будет. Я же сказала. Это не я, это оно само. Халатики у них, будто плащи, а не халатики.
Мне кажется, не очень безопасно рабочий комплектор оставлять вот так вот просто. С незакрытой дверью еще. Эй, Ева, ты ж... Так, пошли все за Евой. Так, а куда Ева пошла? Подождите. Супер Meat Boy — одна из тех игр, которые гораздо интереснее смотреть. Даже близко недостаточно хардкорная, чтобы эта игра сломала. Но она хардкорная, реально. Но так забавно смотреть, как люди ее пытаются пройти на скорость. Прям там настолько четенькие движения, что происходит, вообще непонятно. Блин, а почему меня не пускает? Ладно. Нормальная игра. Прекрасная игра. Так, а где мне теперь Еву искать? Может, она в туалет пошла? Сижу с рукой на лице, так что рука закрывает ноздри. Пытаюсь сделать вдох. Попытался сделать вдох, не вышло. Второй тоже. Мозг начал паниковать, что... Серьезно? Мозг у тебя, конечно, не отработал руку на лице. Бывает такое. Так, что с дела, Лео? Где Ева? Ева, ты в туалете? Нак-нак. Так, Ева не в туалете. Что это такое? Очень краткосрочный. С чьей рукой? В принципе, кстати, да, если это была чья-то чужая рука, то тут, собственно, уже вопросов никаких. Тут уже вопросов никаких. Чужая рука может и придушить так-то. Ненароком. А потом ты закричал: «Мои волосы, я их чувствую!» Ого, никогда больше не выпью ничего больше глотка пива. Ух, извини за то, что произошло. А что произошло? Тебя здесь не было? Хорошо, хоть кто-то не видел. Голова все еще кружится, я почти уже хочу снять эту дрянь с головы. Но в этот момент... Серьезно, я даже сделала из некоторых твоих фраз рингтоны. Сюк. Свои, конечно, то знаем мои эти загадочные руки из-за спины с клофелиновым платком, да. Искать девушку в туалете. Не, ну а мало ли. Мало ли, она пошла там умыться, знаешь, это, пописать. Самое время приходить в туалет и орать: «Ева, ты где?» Я слышал, ты играл в какую-то игру в своем кабинете, это так? Слухи не более. А куда делись остальные? Виллис и Таима ушли домой, насчет Роберта я точно не знаю. Я удивлен, что никому здесь пока еще не позвонили. Хорошо так вот просто спокойно пообщаться. Ну да, мы уже откладывали корпоратив из-за того, что Лизу и Эдди вызвали на прошлой неделе. Но ты все равно не спустился, чтобы потусоваться с нами. Эх ты. Этот торт явно не сегодня купили, а в следующий раз сам испеку, намного лучше. Я бы взял кусок, но сейчас нужно найти Еву. Ха, я ее не видел. Может, я положил слишком много рыбы? В кого? Ты слишком много рыбы положил. Мил. Непалевно. Ищешь Еву? Да, как ты узнала? Я видела ее в зале, она чем-то огорчена. Подожди, почему ты думаешь, что это я виноват? Ну, когда я смотрю на твое лицо, я чувствую, что ты бы меня сильно бесил. Будь моим напарником. В хорошем смысле. Да как это вообще может быть хорошо? Забудь. Слушай, спасибо за информацию. Пойду посмотрю наверху. Да, серьезно, наверху? Можно проехать на лифте, потом повернуть направо. Да я ж тут годами работаю, чувиха. Че, а торт-то не берем, нет? Ты точно торт не будешь? Ну что, ну торт. Камон. Ладно, никакого торта. Не, это же не он готовил этот торт. Этот торт заказанный. Он его не готовил, поэтому он, видимо, что-то во что-то другое положил. Не понял, ты что напечалась? Вы видали? Значит, сидеть не сидит, а как бы гнать гонит. Опа. Опа. Что-то новенькое. Пойти в соответствующий туалет, девушка найдется с большой вероятностью. Но будет ли она тебе рада?
Это хороший вопрос, кстати. Очень хороший вопрос. Слушай. Ты не закончила игру. Я достаточно прошла. Только не говори, что ты расстроена из-за зомбиев. Ты же сама их сделала, разве не помнишь? Это ж просто шутка, да брось. Я бы спросил, с каких пор ты такая обидчивая, но ты понимаешь. Подойди сюда, Нил. Больше всего мне всегда нравился, лол. Ударишь меня? Я занимаюсь каракунг-фу, ты же знаешь. Говорю тебе, мои руки словно молнии, даже я себя не контролирую. Ты поел... О! А с чем? Хадоукен! А с чем пицца была? Ого! Рекордное сборище, не так ли? Рокси сказала, что они здесь с самого утра. С моцареллой. О, вкусно. А мясо-то было? Полная самоотдача за просто так. Когда я устраивалась на работу, думала, что меня будут уважать, исполнение желаний и все такое. Но те, кто нам благодарны, уже мертвы. А те, кто нас поддерживают при смерти. Пепперони. О, нормально. Сырная... Ты ешь просто сырные пиццы, Кутарес? Может, тебе не нравятся мои методы, но я все делаю для своих пациентов. Ой, вечно. Я так супер давно пиццу не ела, кстати. И для твоих тоже. Чаще, чем хочется. Ради того, чтобы твою глупую задницу не выперли. Да, ты молодец. Это целый подвиг. Из-за небес. Думаешь, они правы? Что? Все эти люди, они стоят за то, что по их мнению правильно. Ну, я надеюсь, что они ошибаются. Ну чё уж там, у каждого свои убеждения. Да, их много, но не забывай, что и на нашей стороне немало людей. Помнишь Лили? Они не откровенны с нами, ведь те, кого все устраивает, обычно ни о чем не волнуются. Но нам стоит помнить, что они есть, помнить каждого пациента, что мы посетили. Помнить, какие усилия мы прикладывали, и как они покидали этот мир с улыбкой на измученном лице. Иногда вот это минутное мгновение счастья — то, ради чего мы всем этим занимаемся. Ты что, пьян, Нил? Эй, я просто перефразировал чушь Боба. Перестань. Но послушай, если нас спросят, есть ли нам какое дело до клиентов... Думаю, есть. Хоть на малую долю, в тот самый момент, за секунду до смерти. Этого тебе достаточно? Иногда я в этом не уверена. А что насчет тебя? Ты счастлив на своей работе? Ну, я счастлив хотя бы потому, что мы рубим бабло. Не знаю, как у тебя, у меня просто крышу сносит. В бакалее я такой говорю, черт, нужно отдать 5 центов за пластиковый пакет, да вот вам четвертак! Вот так я и живу. Транжира такой. Не трути... Ну, в смысле, до сих пор, я перерыв делала. Пицца без мяса, колбасы, деньги. Я тоже так считаю. Бывают периоды, когда мне не хочется мяса, иногда дико хочу сочный кусок. С грибами тоже очень круто. Если в них есть мясо... Я вот тут прям с Кёджином согласна. Если есть мясо. Перчик. Вот мясо и перчик. Перчик острый, это просто... О, Райган, все тихо, не буль-буль-булем Райгана, он пришел, он слышит. Знаешь, игра, которую ты сделал, она не так уж и ужасна. Так, сейчас, подождите. Ага! А все замешаны. Даже Блэк Дрэгон, которого нет. Он вообще первый начал, между прочим, кстати. Он нас выставлял виноватыми, а он первый начал. Ты прикинь, какой он серый кардинал? Ты представляешь себе? Вообще такое, ты ему как бы доверял, а он-то видал, что он творил? Ты понял? А ты ему верил. Я единственное, что я стабильно люблю рыбу. О, обожаю. Я весь внимание. Ну, то есть, графика, конечно, древняя, слабый геймплей, но... Я удивлена, что ты все еще помнишь про Джонни и Ривер. Да, извини за зомбиев. Ну, эй, ты должна пройти до конца. Все зомбиевы собираются вместе, становятся героями, которые все исправят. Это правда? Да, абсолютное! А еще там всякие фейерверки, помпоны, Джонни Ривер скандирует твое имя. Думаю, тогда стоит ее допройти. Стой! Давай не будем торопиться. Игра никуда не убежит, ты можешь ее пройти через две недели. Опачки.
дорого. Да, мои продукты дороговатые. Как вам пока что? Он очаровательный, он очень милый. Сырная пицца супер, но надо сказать, хачапури лучше в прямом сравнении. А знаете, есть пицца, которая такая, это кальсоны. Кальсоны называется, по-моему. Алло? Спасибо за скидку, но нам сейчас не нужна элитная уборка снега. Зашифруй свой номер телефона, это избавит от большинства рекламщиков. Просто шутка, нам только что позвонил пациент при смерти. Подожди, что? Вас понял, мы скоро будем. Ты серьезно? Да, давай, нам нельзя опаздывать. Нельзя шутить такими вещами. Ой, перчик, ты серьезно? Нил! Перчик. Кальсон! Нет, кальцоне. Кальцоне, как-то так они называются. Обожаю прям... А это люди, которые, типа, против... Угу, против корпорации этой. Угу. Слушайте, какая она коротенькая прям. Пицца — лучшее блюдо в истории человечества. Change your mind. No, not gonna change your mind. Лучшее, лучшее блюдо. Я все хочу приготовить шампиньоны в этом... Как называется эта штука? Погнали дальше, блядь, хуять. Все, да? Мини-зон закон. Мини-зон. Реплики пьяного Эдди. Это первый мини-зод. Ну, типа рождественский эпизод такой маленький, знаешь, коротушечный. Приглашение в... Не, вряд ли, вряд ли. А ту игру мы не допрошли, потому что, как бы, кое-кто ее закончил очень не так, как надо, поэтому вот, как бы, суши самое вкусное, но, сука, надо проще. Суши супер дорогие. Дальше во второй мини-зод, потом Bird Story, если Вика сможет, и там уже и Paradise. Суши супер дорогие. Вот это вот их единственный главный минус. Я обожаю азиатскую кухню, просто тащусь неистово, очень люблю. Интересно, подхватится? О, смотрите, подхватилось, прикольно. А, ну вот же их закидали этими помидорками. Сколько у них помидоров? Жалко же. Так и решили проходить за сегодня. Посмотрим. У пиццы вкус выразительней. Блин, ну они просто разные. Они разные, но они сидят на одном, мне кажется, вообще на одной ступени развития. Но пицца дешевле и доступнее, 100%. Второй мини-зод самый охуенный. Бля, слушайте, может я тоже чаю себе ебану, а? Как вы думаете? Может тоже найду что-нибудь сладенькое, потому что... Ну суши пиздец, прям просто пиздец дорогие. Так, суши тоже можно самому сделать. Чу. А еще есть чебупица. Бля, еда это охеренно. Скажите, еда это охеренно. Азиатскую кухню червяками балуешься, правильно, сестрила. А то, знаю толк, между прочим, в белке. Я бы тоже чайку сделал. Жареный топич просто. Ты сегодня снова без кружечки вкусного чая. Я, потому что его допила, нужно сделать новый. Пыталась сделать суши, в итоге плов с рыбой овощами. Для адекватных домашних суши надо запариться куда сильнее, чем с пиццей. Я помню, что мы как-то в универе делали с ребятами, и вот это было больше весело, чем запарливо. Ну, то есть, вы лепите эти суши, как-то оно очень так объединяет. Раньше иногда суши мутил, но в последнее время лень. Ага. Так, пошла за чаем быстро. Чай. Ну, по крайней мере, они начинают расходиться. Сделать сам суши... А, там вот с рисом, да. Самая загвоздка там с рисом, что он должен быть такой. Мать занимается рукой. Прикольно. Не, ну профессиональное, конечно, от любительского вообще. Это, оно рядом не стоит, я прям 100%. Оно рядом даже не лежит и не стоит, не лежит, не валяется, не дышит даже рядом. Так что тут я вообще просто... Чай. Дороговато. Да. Оно, в принципе, даже делать дороговато, потому что пока ты купишь все эти штуки... Это как сделать подходящий? Я уже не помню. Я помню, что у нас получалось, но не помню, как это делать. Если выбирать суши... Я бы, кстати, наверное, вот сейчас бы выбрала пиццу.
но высок шанс, что в следующий раз выбрала бы суши. Потому что я люблю и то, и другое. Кстати, вам под видом васаби крашеную ароматизированную горчицу продают. Небольшой инсайт. Где? Когда заказываешь? Ну, а вообще, да. Помимо всего прочего, тебе еще и соус разбавляют. Поэтому как бы такое. Так, сейчас, похудите. Сейчас. Все еще чай.
Клубника со сметаной. Иногда покупаю готовый рис без всего. В суши-ресторане посолить, а можно просто так есть. Заеби, она вкусно, сам никак не могу. Слушай, блин, мне кажется, это прям, знаешь, практиковать. В районе риса все их японские секреты. Да, да, да. Каев, чипсы, энергетик. Бля, такие вкусные вещи говорите, господи. Ненавижу вас за это. Сверху. Домашняя замороженная клубника. Ненавижу вас. Если сладкий сорт, то можно и так лопать. Блять, хоть за клубникой завтра иди, за черешней, и за горохом, и за всем подряд. Что вы делаете со мной? За что? За что? Я же вам ничего не сделала. Конечно, такие вы. Конечно, такие вы, ребята. По крайней мере, они начинают расходиться. Думаю, уборкой займемся после перерыва. Надо установить внешние плодосборники на здании. А что, охлажденные в снегу плоды, да еще и свежие? Ого. Сама подумай, словно мы внутри, а холодильник снаружи. Мозг выносит, да? Конечно, отличная идея. Я так и знала. Интересно, остальные тоже уедут пораньше, раз уж дорога расчищена? Ну да, могут. Не могу поверить, что из-за звонков пришлось так сильно отложить вечеринку. А ты тоже уедешь пораньше? Да, почему нет? Мстят за мой кибербульбульбулинг. Я очень люблю это за ягоды, но эти цены... Ну, подожди, пара недель еще, и цены съедут прям совсем. Поэтому... Я вот сама жду, потому что у нас недели две назад черешня стоила еще там типа по 100 гривен. Не, клубника стоила по 100 гривен. Вот. А сейчас, я уверена, она минимум в два раза меньше. Я проведу вечер с сестрой, она живет тут неподалеку. Вам нормально меня слышно с этого расстояния? И с ее сорванцом, да? Ну, знаешь, подарок ее сорванца все равно получше, чем твой. Эй, ну я хотя бы попытался что-то подарить своему напарнику. В отличие от некоторых. Уверен? Что это? Это фоновый проигрыватель. Он раз за разом играет всякие фоновые звуки, например, шум моря или стрекотание света. Бля, хочу себе лампу, которую включаешь, и она тебе тут звездное небо ебашит в комнате. Охуенно. Клубнику с сахаром. Мне, кстати, оно звучит вкусно. Типа вот эти все аналоги чая, там, залить клубнику с сахаром, вот это вот все. Но, блин, мне никогда вкусно не получается. В нашем регионе был сезон дождей, примерно половина ранней клубники. Снимать раньше надо было, потому что... Да, клубника супер быстро кончается, но у меня всегда почему-то выходит так, что я клубнику успеваю. Успеваю ей нажраться так, что меня тошнит от ее вида. А черешня, я в позапрошлом году за все лето съела ровно две черешенки. Две, сука, черешенки, и черешня закончилась. И коты начинают ловить все эти звезды. Но оно, по-моему, не двигается, оно просто такое. Такая лампа, да, и менталь. Малина. Вот, кстати, малину я не очень. Это ж недорого. Это недорого даже. Просто, по-моему, ее на Алике надо поискать. Что я не видела у нас где-то, знаешь, мне там всякие инстаграмы, фейсбуки не подкидывали такую информацию, но я сейчас сказала, и мне начнут это выкидывать, поэтому где-нибудь сейчас найдется. У меня на потолке обои флёрт! Помню такие, у меня у племянников такие штуки были. По-моему, поснимали уже. Но там, правда, у них просто, знаешь, звездочки такие были. Есть отдельно обои, а есть звездочки, которые можно клеить. Арбузы, чернику, малину. Я, кстати, вот чернику... никогда не ем летом, но я от черешни в таком восторге. Я ее жру даже просто так. Есть там червяки, нет червяков. Я просто жру нахер ее просто так. Плевать. Даже если я откусываю и вижу, что там червяк, нормально. На все в порядке все. Просто. Ночник был, который делал космос в комнате, вот только она. Но все равно прикольно. Что такое, типа, прям кисмос такой, вау, вкус.
Прости. Я люблю черешню, особенно вишню. Вот. Черешневый хай-файв. Яешка. Готов? Мы давно хай-файв не делали. Яешка, готов? Давай. Раз, два, три. Чпоньк. Блять, охуевый хай-файв дала. Прости, рука съехала. Один. Он раз за разом фоновые звуки играет. Вот, зацени. А, похоже, я это и с помощью телефона могу сделать. Да неужели? Эта штука еще позволяет записывать свой собственный трек для проигрывания. Просто нажимаешь рек, и можешь сам создать свой фоновый звук. И снова телефон. Ох, похоже, мы оба не очень хорошо дарим подарки. Ну ладно, мне все равно нравится. Я, наверное, запишу брань Роба, а потом буду под нее засыпать, ну или вроде того. Ну да, ну да. Так или иначе, что насчет тебя? Есть планы? Ну... Ого-го, иди сюда, мой жеребец. Дело в вине, или ты с каждым днем все привлекательней? Так уши и треск, как стекло, но ты все равно горячая, как стопная булочка. И когда я гляжу в твои глаза, будто слышу нежное биение океанских волн. Ах, ты шаловливая лисица! Если бы не моя спина, я бы тебя схватила и... Здрасте. Здрасте. А на улице снег идет. Да, и не поспоришь. Ну ладно, думаю, на сегодня хватит, точно. Сука, они записали это там. Она же, по-моему, активно пыталась это стереть или что-то такое. О боже. Если б не ягода, так-то ненавижу лето. Жарко, слишком светло, насекомые на улицах. У меня, кстати, летом из-за солнца и вот этой жары начинают капилляры на глазах лопаться. Она пыталась переключить звук сверчков. Я ухожу, ты уходишь. Бля. Слушай, спасибо за проигрыватель и все такое. Не моя сцена, не перестарайся с благодарностью. Завтра будет та еще генеральная уборка. Ну, по крайней мере, обновлю свои запасы кетчупа. Кепчук. Благодаря этой штуке мы можем работать. Господи, ну это, конечно... 26 на улице, июнь только... Да, июнь только начался. Я причем, что весну я вообще не заметила. Она мимо прошла. И у нас на этой неделе плюс 28 уже. И ты просто... Я всю весеннюю одежду даже, собственно, достать не успела. Надо доставать уже летнюю. Что было в первом минизоде? Нил показывал свою игру. Показали, как бастуют люди за этим, за решеткой, за оградой. Алло? Кто это? Алло? Кому он звонит? Ясно, ясно. Ну, так, конечно. Как же еще? Нил, are you okay? Что? А? Ничего. Чё ты так испугался? Я не испугался, а ты почему испугалась? Что? А? Завтра будет тающий день. А как же Роксана и Роберт и Таима? Не, ну это-то да, я просто имена херово запоминаю пока что. Я этих имена-то еле-еле запомнила. Место назначения... Ой, слушай. Каком-то отдыху. А Рокси прикольная. Но я не особо поняла пока что ее. Но Рокси вроде прикольная. Сейчас я хочу посмотреть здесь еще что. Тут народ пооставался. Выходной как камень с души. Здорово провести время с семьей. Счастливого тебе праздника, Лиза. Ты его заслужила. Все заслужили. Особенно Виллис и Таима. Если честно, я о них беспокоюсь. Да, они слишком перетруждаются для своего возраста. Если честно, не думаю, что я так смогу, когда буду как они. А что с Нилом? Я думала, он с тобой.
А он... Не знаю, что с ним. Все как обычно, я так погляжу. Губу смочить в игре. А мне дадут. Мне кажется. Слушай, я, конечно, знаю, что у нас Херман Корп договор на эту ночь, но все равно как-то не по себе. Они все-таки конкуренты. Да, но думаю, это один из немногих способов получить, наконец, полноценный выходной на этой работе. Кроме того, мы ведь потом для них будем делать то же самое, так что лучше бы они хорошо отработали. Я пойду домой, как только все здесь уберу. Терпеть не могу этот бардак. А ты что, остаешься? Не, я тоже как раз собиралась уходить. А, ну, аккуратнее на дороге. Доброго тебе вечера, Ева. Но есть одна прекраснейшая... Ничего, мы вернем. Мы к ней завтра доберемся. Завтра 100% доберемся. Тебе надо взять... А, мне свой чемодан надо взять. Все понял, принял, обработал. Место назначения офиса. Спешу тебя огорчить. Привет, Ева! А, привет, Эдди, как... А, не, не, дверь! Ой, моя вина. Да ладно, не страшно. Блять. Слушай, можешь вызвать мне лифт? Зачем? Разве ты только что его не вызвал? Да, но похоже, когда на кнопку нажимаешь ты, он тут же приезжает. Глупости, просто совпадение. Ну давай, попробуй. Какого... Спасибо. Сука. Слушай, давайте попробуем к Нилу зайти сначала, посмотреть... Ой, Рокси. Привет. Ты в порядке, Рокси? Приветик, Ева. Да нет, просто жду Роба. Его машина в ремонте, мы договорились ехать вместе. Эй, Роб, ты готов? Еще минуту! Ну ладно, чем будешь заниматься? А, да так, ничем грандиозным. Поеду домой, у нас с сестрой сегодня семейный ужин. Мы всегда вместе отмечаем Рождество, они будут меня ждать. Ого, мило с их стороны. Будь я с вами, индейка бы долго не продержалась. Я так давно хочу пожарить курицу. Надо будет заняться, не сомневаюсь. А у тебя какие планы на вечер? Ну, хотела попозже собрать старых друзей, но сначала у меня будет свидание со старым добрым диваном и мороженым. Я возьму ведро мороженого и вычерпаю, а потом саму тару возьму и вылежу. Похоже, словно... Не, Рокси прикольная. Ага-ага. Рокси прикольная. Ты там все? Еще минута! Роксана по типу Нила. Не смысл такой же кончил, в смысле техник. Техник, я же говорила, что он техник. Я же, блядь, говорила, что он техник, а не доктор. Бутылки с самодельным кетчупом. Я думала, он шутит. Так я и говорила. Нет, так, блядь, а ну тихо. А ну, блядь, тихо, а ну иди сюда. Это, блядь, что? Это, блядь, что? А ты как читаешь? А ты чего, это не видел? Ты это не видел? Тут доктор написан, а не техник. Я просто хочу пожрать. Утку с яблоками. Бля, утки-то дороже курицы стоят. Курица, мороженое, пицца, суши, черешня. Закладите мне все в рот. Открывай. А кто говорил, что... Вот, табличка говорит, что он доктор. В первую тузумун, когда переходишь заметки, написано... Да, вот я же говорю, что написано, что он техник. А здесь написано на табличке, что он доктор. То есть он либо техник-доктор, доктор технических наук, либо он от техника стал доктором. Да ёба, вот! Да в смысле все докторами? Если он техник! Алло! 17 минут орать могу еще! Доктор Коля спокойней! Либо пиздюк. У меня в Твиттере так профиль называется, доктор Коля. Мне так, блядь, эта хуйня понравилась, просто им передать не могу. Я вообще не легал без образования. Как урят. Разные специальности. Да херня это все! Разные специальности. Специальности у них разные, тоже. Так, а что, опять дневник оставила, что ли? Алло. Я тебе его убираю, ты его оставляешь? Только не опять. Да еще дверь открыта. Запереть бы ее на всякий случай. Ну что ж, пошлите до дому, до хаты.
Теперь он ее ждет. Я уже готова была идти, но теперь доктор Винтер забыла свои вещи. Ты там скоро? Уже выхожу! Как там снаружи? Все чисто, наверное, из-за мороза. Отлично, как раз вовремя. Блин, слушайте, атмосфера очень зимняя. Я прям... Мне на секунду сейчас показалось, что за окном зима реально. Я подумала, что о, как зимой будет уютненько там под одеялком перед сном всякую мангу читать. Я вспоминала, как я прошлой зимой укутывалась и читала всякую мангу, в которой та же там дела в Рождество происходили, как это было прикольно. А сейчас вспомнила, подождите, лето, в смысле, алло, как прикольно передает настроение. К сожалению, плюс 25, да. К сожалению, плюс 25. Просто наркоман. Ну да, он рождественский мини-зод же. О, привет. Ева, насчет случившегося... Ой, да ладно, не волнуйтесь об этом. Тут кто-нибудь в конце... Не, вряд ли. Нет, девочка моя, ты не понимаешь. Видишь ли, иногда, когда мужчине нравится женщина... Ой, да помолчи ты, сука. Грис, я не проходила, я смотрела, как ее тогда... Может, другой раз. Ее тогда опять же Наташа проходила, я смотрела чуть-чуть. Но Грис прям грустная-грустная. Нет смысла туда идти. Сама говорила вначале, что коты скорость... В смысле? Я не говорила, что коты скорость сперли. Билдап впустую. Но это типа, знаешь, не то чтобы впустую, а как такое приветствие от персонажей... Возможность снова увидеть персонажей этих же, поздороваться с ними, там, посмотреть, как они после того случая живут. Вот. В принципе, умирают пациенты, да. Заказательно дорогой Грис. Сколько стоит? Стоит нисколько, ноль. Стоит, ну, типа, у тебя день рождения, это типа, подарок, как бы. Это тот минимум, который я могу сделать, поиграть ту игру, которую конкретно вот этот человек хочет посмотреть. Такой вот переходик между Луной и Парадайзом. Тут же еще в конце года еще одна игра выходит, потому что у них есть вот этот To the Moon и два мини-эпизода. Есть Birth Story, есть Finding Paradise, и в конце года выходит Imposter Factory. Тут же ж прям... Я условно забираю твой год жизни взамен. Условно. Но как бы не забираю. Чёртова Урсула! Версула. У меня дыре где финал. Где у тебя дыре, блядь? Где у тебя дыре, блядь? Чем докажешь? Дыре у него. Заказа не было. Где заранее заказ? Уже уходишь? А ты еще здесь? О, да, я останусь на всю ночь. Подожди, что? Все идут домой. Ну, что тут сказать. Вот такой вот я прилежный самаритянин. Посторонись! Блин, Рокси прикольная. Нил. Боб. Я Роберт. Роб. Нил прекрасный, господи. Чем докажешь, что не даре? А почему я должна доказывать, что у тебя не дыре? Если это ты первый сказал, что у тебя дыре, ты должен доказывать. Жена так не работает. Художественный фильм спиздили. Да. Бля, Нил прикольный. Так или иначе, хорошего тебе вечера в компании сестры. Ты правда собираешься остаться тут в единственный за много месяцев выходной? Ага, остаться одному в этом особняке, да я согласен. Нил странноватенький, да. Так. Ладно, у меня твой день рождения не записан, потому что ты про него не рассказывал. Но надо было заранее. Надо было заранее. Но теперь я знаю, что у тебя уже был в этом году день рождения. Нет, ты не можешь в любой день сказать. Ты должен говорить в тот день, в который у тебя на самом деле день рождения. Это так не работает. Между прочим.
предоставить копию свидетельства, нотариально заверенную. Употребляет сильно бейсбола, конец в луне, что-то про него показал, постоянно кто-то звонит и не отвечает. Он постоянно кому-то звонит, да, то есть он странненький немножко. Там конец To the Moon был очень странный в отношении Нила, прям максимально странный в отношении Нила. Там он на сильных обезболах сидит, и что-то вот он звонит, короче, тут прям чётенько. Каждый раз, когда я просыпаюсь... Это день сурка там, что ли, не пойму? Что ты мне пиздишь? Ты мне пизди, ты себе не пизди-то? Ну хорошо. Слушай, если хочешь... Что? А, забудь. Да ладно, позвала... Она же хотела его пригласить. О-о-о. Ева? Эй, сестренка, я уже выехала. Они, по сути, друг друга не любят. Ну как, они... Ну... Так я тебе и пишу! Сука. Ну, они, типа, друг друга не любят, но мне кажется, это такое, знаешь... Не то, чтобы они, думаешь... Смотрю. Он шлем взял? Он что, там один остается? А что, для вас Рождество отменили? Ну, я не знаю, что с ним такое. Дорогуша, тебе стоит пригласить его на ужин. Что? Это же нелепо. Ты придешь, придаешь этому слишком много значения, глупое. Я не имею в виду ничего серьезного, просто дружеский ужин, понимаешь? Я знаю Нила, он не согласится. И все-таки, начинай расставлять тарелки, ладно, я скоро буду. Хорошо, дорогуша, увидимся. Может, он каждый раз так ужирается, что по утрам просто рождается заново, как феникс из пепла рвота и бутылок от алкашки. Ева, что это было? Ты в порядке, дорогая? Ты там, Ева? Ева, ты меня слышишь? Да, я скоро приеду. Хорошо, дорогуша, увидимся. Не поняла? Не поняла? Ну уже, Бог любит троицу десятков. Истины. Обнаружен сбой в электрической цепи. Основное питание отключено. Что за херня, блять? Да как такое вообще? Лучше мне спуститься в подвал и перезагрузить систему, пока никто не увидел. Ну, хотя бы лифт работает на резервном питании. Я смогу попасть в подвал через вестибюль. Я плохо влияю? Она саму себя увидела на дороге, да. Спрятался. Вообще, на самом деле, правильно. Завтрак принесу. Не, ну странно. С кино посмотрим. Посмотрим, как настроение будет. Будет ли на кинцо?
Можно вечерочком, может, там днем где-то что-то постримируем, а вечерочком можем, как все, вернуться с работки. Будем пробовать будет. Ну, пока не обещаю. Для инженера вопрос питания сомнительная работенка. Профиль доступа загружен. Доктор Нил Уотс. Время доступа 19:47. Ну, хорошо, давай для начала тебя запустим. Статус системы. Произведен запрос на перезапуск. А теперь давай посмотрим, что с тобой случилось. Такое чувство, что кто-то вручную все выключил. Типа тут кто-то есть. Запрос журнала доступа. Я не понимаю, это не может быть правдой. Должно быть в системе глюк. Кто здесь? Это, блядь, хоррор, когда прослучился. Кто? Ну, дверь была закрыта. Вот ты где... Питание восстановлено. Сука, масло не красной петлой по лицу. С полотенца получше, дорогуша. Да, это помогает, спасибо. Что с тобой не так? Никому не позволил так бить свою сестру. Боже, говорю же, это была случайность. Рожь твоя случайность. Ты всегда ходишь по офису, размахивая шваброй. Слушай, я был на взводе, она просто внезапно попалась под руку. В том нет моей вины, что я родился с такими до ужаса быстрыми рефлексами. И все же, зачем вы приехали? Ты еще спрашиваешь, да кто вообще станет сидеть в офисе всю ночь в выходной? Это была ее идея. Да, черт подери, я не позволю напарнику своей сестры хандрить в такую ночь. Я не... Замолчи, послушай. Ева позвала сюда своих старых друзей, и мы славно вместе отпразднуем. А ты будешь наслаждаться каждой секундой. О, а ты мне кое-кого напоминаешь. Можно я открою коробку, пап, можно? Спроси тетю Еву, это не наша. Эй, чувак, а что в этой коробке? Ну, вообще-то мы не в курсе. Что? Ага, если так подумать, это ведь те же самые коробки, что и в том году. Ну, открыть-то их можно? Не, я не знаю, чьи они. Так они тут просто так лежат? Ага, именно так. Я не понимаю. Я тоже. Просто украшение. Не знаю, чувак, не знаю. Кинцо у нас по пятницам обычно. Но это иногда обсуждаемо. Ты жил в офисе, а как долго? А как долго ты это делал? Слушай, Нил, мы только приехали, а ты уже нашел для Трейси работенку. Производственный случай, ничем не могу помочь. Да, опасно это место. И представить боюсь, что ты тут с половой тряпкой вытворяешь. Политика нашей компании запрещает мне к ней подходить. Так у вас, ребят, даже выходных с начала зимы не было. Ну, мы не 100% времени на работе, но всегда в ожидании звонка. Но мы не можем никому помочь, пока нас боятся. О, я бы на такую работу никогда не согласился. А вас, ребят, не угнетает хотя бы даже сама ее суть? Ну, к ней довольно быстро привыкаешь, быстрее, чем обычные люди. Полгода? Ты прям безвылазно на работе жил? Сборник мужиков? Тихо-тихо, дорогуша. Вообще-то не все так плохо. Что ты сказала? Почему он до сих пор здесь? Кыш-кыш. Ну, слушай, мне жаль насчет твоего лица. Не разговаривай со мной. Да ладно, на той швабре была мягкая насадка. Если так подумать, мне стоит выписать тебе счет на лицевой массаж. За лицевой массаж иди отсюда. Почему все здесь? О, приветик. Я думала, ты ушла домой. Да, я тоже так думала. Но когда я спокойно объедалась на диване, я его позвонила и попросила подбросить. Что? Но она уже здесь.
привет. Что? Привет, дядя Нил. Последний раз, когда мы виделись, вы называли меня пьяной рожей. Это был Томми. Он гадкий. Бе-бе-бе. Ого, из него выйдет та еще змеюка. Лили. Ой, прости, Лили. Давно не виделись, Нил. Ага, а Ева что, вытащила вас прямо из вашего славного дома? Ох, здорово наконец повидаться. Да и дети дома в любом случае скучают. Вай-вай-вай, давайте поговорим внутри. Мы ведь можем ужин пропустить? О, конечно, надо бы поздороваться. А, я поняла. Проблема была, я поняла. Подождите. Ну, а кого она подвозила, если Ева уже здесь? Что это? Бобёр? Это утконос. Он не мой, но мама сказала, что я теперь должна за ним присматривать. Я его защищаю от всех бед. Можно я посмотрю? А ты не беда? Не совсем. Ладно, можешь подержать его 5 минуточек. Ого, ты ему нравишься. Откуда ты знаешь? Он на тебя жать не пытается, глупый. Неплохо. Спасибо, что вытащила нас, Ева. Слушай, надеюсь, я не помешала вашим планам? Ни капли. Здорово, наконец, вытащить куда-нибудь этих сорванцов. Из дома Джонни прекрасный вид, но для детей там жить все-таки немного тяжело. Призраки, они все... Они так славно играются на улице, но я боюсь, что они споткнутся и полетят вниз на скалы. Да, это было бы неприятно. Норм, что один ребенок крутится на месте. Ну да. Ты детей видел? Что они творят иногда? Какие безумия. Вам двоим стоит почаще нас навещать. Дети были бы в восторге. Эй, спасибо, что помогла привезти сюда Лили и ребят. Не за что, только не забудь про свою часть сделки. Ха, ладно, я запомню. Я серьезно, 2 ведра мороженого. Просто так не отвертишься. Да, Рокси, я поняла. И да, мы тут говорим о больших ведрах. Заглавная буква Б. Когда я говорю ведра, я реально имею в виду ведра. Такие, чтобы я их потом могла использовать как мусорную корзину. Да, я... А где ты закупаешься? 2 больших ведра мороженого величиной с корзину, не отвертишься. Эй, это настоящий доктор? О чем ты? Ну, ты делаешь операции и все такое? Нет. Тогда ты не настоящий доктор. Ты слушаешь доктора Дре? Нет. Я тоже. Но Нил говорит, что Дре, пусть и не настоящий доктор, но его уважают. Съел? Когда я вырасту, хочу быть как доктор Дре. Если что, ты не от меня об этом услышал. Я слышал, что Дре 9 футов ростом, а еще он пускает огонь через ноздри. Да ты буквально только что о нем узнал. Абсолютно норм. You spin me right round, baby. Простите. Эй, Джейми, что ты делаешь с этой плюшевой зверюшкой? Не раскисай мне тут, сынок. Да стынь, папа, это ж просто утконос. А у вас разве нет никаких правил по поводу пропуска гостей, Ева? А вообще есть, но пока гости зависают только в комнате отдыха и вестибюле, всем плевать. Забавно, но я работаю на... в одной корпорации, у нас всюду камеры, а тут ведь профиль повыше. Ну, это да, но ведь мы не храним воспоминания на компакт-дисках. Джейми так быстро растет, иногда за ним не успеваешь. Тебе же лучше? Жить буду. Знаешь, Ев, дорогуша, тебе стоит почаще к нам заглядывать, я тебя почти не вижу. Ну, похоже, зима самый загруженный сезон. Надеюсь, скоро будет больше свободного времени. Только не переусердствуй. Только не переусердствуй. Ты же знаешь, я всегда рядом, если нужна. Эй, а как у Джейми дела в школе? Ну, у этого сорванца все хорошо. Говорит, что хочет заниматься тем же, что и ты, когда вырастет. Но я этого не допущу. Хватит в семье одного могильщика. Вообще-то, я бы сказала, что наша работа касается больше жизни, нежели смерти. Я бы сделала операцию. Слушай, стуканье детей головой об асфальт, это не называется операцией. Минутку, подожди, ты неправильно понимаешь. Ну, доктор Дре, да, это рэпер. Эй, кто-нибудь видел Нила? Мы на него наткнулись в коридоре, но вместе с нами он не пошел. Похоже, он зачем-то спустился вниз. Этот мини-зод, кстати, длиннее и в нем больше сюжета. Хочу заметить.
смысле, ну, это не... Прости, но это не операция, это не называется операцией. Прости, пожалуйста, я понимаю, что ты считал все это время. All this time, all your life was a lie. Профиль доступа загружен, доктор Ева Розалин. Журнал доступа. Запрос журнала доступа. Время. Экстренное отключение, доктор Нил Уоттс. Экстренное отключение питания, доктор Нил Уоттс. То есть он сам отключил? Странно, зачем он сам все выключил, а потом перезапустил? Ну давай, сладкая. Нет смысла трогать настройки. Но он не мог сам отключить, потому что он был наверху. Походу их продублировало и Нила, и Еву. Лицензия на такую операцию, так что все нормально. Мне кажется, что ты... Слушай, если ты ее в переходе где-то купил, то это, опять же, не настоящая лицензия. У меня для тебя плохие новости. Он же говорил глюк. Ну, типа, да, но вряд ли. Ну, то есть он это списал на то, что... А как продублировала? Хуй знает. Не знаю. Может, в другой раз. Алло, кто звонит? Кто это? Сынок? Это ты, Нил? Он родителям звонит. Почему ты с ними не разговариваешь? Они что, в чем-то виноваты? Нет, не они. Почему ты... Зачем ты вернулась? Я же говорила, это была идея моей сестры. Сестры, блять, больно. Как-нибудь ляг уже так. Вот как есть, так ложись. Что могу тебе предложить? Больше ничего. Просто кто-то под ними зашел. Блин, думаешь, кто-то под ним... А, может, кто-то под его аккаунтом зашел. Странно. Трудоктора мне нужны лицензии. Берут пациентов за шкирку и делают. Не хотела бы я к такому попасть. Ты могла бы ее остановить. Что? Слушай, спасибо, что вернулась, привезла весь этот народ и все такое, но больше ничего подобного не делай. Что значит подобного? Куда ты идешь? Домой. Мне есть над чем поработать. Да что с тобой, черт побери, такое? Не знаю, что здесь происходит, но ради всего святого расслабься, наконец. Эти люди проделали долгий путь, только чтобы провести с тобой вечер. Да когда ты вообще в последний раз с кем-нибудь ужинал? Моя сестра привезла сюда всю семью, чтобы составить тебе компанию. Даже Лили приехала. Ты ведь еще помнишь их, так? Ты даже сделал ту свою глупую игру. И что ты будешь делать дома? В одиночестве есть замороженную пиццу? Черт, да устрой себе наконец выходной. В любом случае, я не собираюсь стоять тут на морозе и промывать тебе мозги. Делай, что хочешь, я пойду внутрь. Просто знай, что наверху есть для тебя кресло, и неважно, придешь ты или нет. Бля... Не понял. А чё двери приоткрылись? Я не поняла. Я не поняла, а чё двери-то приоткрылись? Алло! О, ну он пришел, слава богу. Блин, ну стрёмный мини-зод, ничего не понял. У меня очень много вопросов появилось. А на них же нихера не ответит никто, правильно ж? Я понимаю. В остальных играх. Кошка, ну ляг. Второй лучше, мне больше второй понравился, да. Первый был такой очень, знаете, если вы вспомните одно из дополнений к Mass Effect, который там, когда все собираются в комнате, бухают и прочее-прочее. И вот первый был такой просто, типа, вот у нас Рождество, тра-та-та, очень миленький. А этот прям что вообще? Минутку. Штука записывала все это время.
пропустила финал. Надеюсь, он выстрелил. Ой, я надеюсь, он выстрелил. Ну там такое, да. Там побухать, потусить, повеселиться, пообщаться друг с другом. Жми на трёхёрный бабай. Да бля. Ну, что ну? Не так уж все и плохо, правда? Ведь хорошо все провели время? Да, думаю, да. Эй, а вы не подбросите меня? Нил сказал... Нил сказал, ему сегодня нужна машина. Конечно, дорогуша, давай закинем тебя домой. Так эти копии себя, которые они видели, это они в своих же воспоминаниях меняют что-то. Химиотерапия выздоровела в одном предложении, не бывает. Да ладно, бывают. Бывают. Бля, слушайте, пиздец игра, конечно. У меня куча вопросов, и никто на них же не собирается отвечать, правильно я понимаю? На эти сатые вопросы. Пиздец. На самом деле, Ева на... за ним не пришла, просто Нил себе нахимичил. А непонятно. Потому что, во-первых, Нил сидел в этом шлеме. Он что-то там делал. Во-вторых, Ева в этом шлеме что-то делала. Второй мини-зод прям что? Я надеюсь, они все это говно объяснят. Каким-нибудь образом. Потому что если нет... Если, блядь, нет. Это либо он изменил воспоминания, либо он при смерти, а она меняет ему воспоминания. Либо она ему просто меняет воспоминания, поэтому она себя увидела. Это конец, больше нет контента. Бля. Вся эта штука придумай сам себе. Ну, ничего не знаю, мне нравится. Мне нравится эта кошка. Все на просмотр... В смысле? Просмотр картины второй. Кажется, ас нагивка каждый раз вообще охерительная, скажи. Мне тоже очень нравится. Прям тащусь неистово. Ну, пипец. В конце Парадайза немного прояснится, но прояснится только то, что пытались сделать. Блядь. То есть они толком не объяснят все это дело. Фак. Сюка, погнали в Парадайз. Не, мне нужно спать идти. Мне нужно идти спать, потому что мне нужно вернуть свой режим в норму. Причем там Гитлер? А где там был Гитлер? Мне нужно режим вернуть в норму. Потому что я ёбу дам. Сейчас, подождите, я сначала поудаляю все. Погодите, момент еще. Сейчас сек. Погодите, мне нужно еще поудалять всякие штуки, а то это, ну, традиции, знаете, все дела.
У вас завтра, чё как, вы вечером возвращаетесь? Чё как, куда? Ребята, какие планы на завтра? Сыль на попкорн, я помню. Я тебе скину в Дискорде, норм будет в личку? Или тебе на Твиче в личку кинуть? Ты завтра в ночную уёбываешь. А во сколько? Во сколько ты уёбываешь в ночную? Слышал, что там что-то такое про Гитлера. Слушай, ну здесь как-то ничего вообще с Гитлером. Все, огонь, огонь, все, жди. Закончу и сразу пойду, ну, переключусь на свой профиль и скину тебе. Нет, до 4:30 успеем, успеем, Райган. Успеем до 4:30, нормас, нормас, успеем. Сделаем. Обработаем все, будет сделано, отец, не переживай. Вернуться, отключиться, желательно... В смысле на совсем? В смысле на совсем? Завтра в идеале целый день свободен, но если меня не вырвут из дома. Хотя могут просто так вот так рандомно вырвать из дома? В смысле, блин? Кто так с живым человеком? Это вообще покушение на... На, блядь, живых людей! Права! Права человека ущемляются таким образом. Все равно никто не хочет. Можем. Можем. Я могу даже чуть раньше, чем 2 часа. Тебе как, Кёджин? Либо мы можем пораньше закончить там с вот этими всякими, ну, с вот этими играми, с Bird Story Paradise, и потом пойти в финалку. Если так, норм. Потому что я сегодня была готова вообще начинать стримить 10:00 уже. Потому что я слишком рано проснулась. Парадайз на 4:06. А, ну мы тогда Бёрд... А там, как напомни, сначала Бёрд Стори, а потом Парадайз, да? Правильно я поняла? Да. Сначала Бёрд Стори, то есть потом Парадайз. Но мы можем там полчасика считать Бёрд Стори, а потом, ну, кусочек Парадайза. Вот. Кёджин, тебе так норм будет? Потом до упора в финалку. Я лягу 5-7, несколько часов посплю, так что 11-12 могу смотреть. 5-7, 11-12, я поняла. Райган, а ты во сколько это, Айнане? Я сейчас спрашиваю исключительно тех, кто вот прям, кому принципиально там по времени вот это вот все. Когда вытаскивают экран и краснил. Я просто очень не люблю, когда про меня вот так вот вспоминают, потому что я обычно... Ну и сейчас еще за вот эти вот 2, почти 3 месяца сидения дома я вообще корнями обросла. И когда меня тыкают просто так, знаешь, рандомно, типа, о, пошли гулять, я вот 100% я скажу, не, сорян, я не могу, не хочу. Не-не-не. Жду, пока с вами гляну. Однажды выпадет, однажды должно выпасть. Можно даже... Все, огонь. Огонь тогда... Тогда, в общем, завтра уже разберемся. Запустимся и посмотрим, что куда, как идем. Все, но я знаю, что если что, можно раненько начинать с вами. Все, хорошо. Хорошо. Огонь, огонь. Огонь. Во многом безвольный. Ну, в данном случае я не сказала бы, что это прям безвольный, знаешь. Но ты, главное, скажи, когда рано-то. Ну, 10:10. 10:11 по Москве. Ну, это для меня рано будет. Я, ну, как бы. Типа, если не проснусь в 9. Ну, я в Дискорд напишу, если что. Вот. А, Net Maxis, да, ты ж на работе будешь. Бля. Ладно, завтра разберемся. Завтра разберемся, с чем, что, куда идем, во сколько идем. Я в любом случае напишу в Дискорд и буду держать вас в курсе. Потому что anyway, как бы. Там финалка, может, мало кому интересно, но вот с Bird Story и вот этим всем, я думаю, народу интересненько, что как будет дальше. Вот, поэтому. Все. Я вас всех обнимаю крепенько. 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 Кто там у нас стримит кто-нибудь, типа Асечки, Иш, не знаете?
Потому что я не могу сейчас посмотреть у себя. Потому что у меня здесь даже хром не стоит. Засатый. Там обнимашки крепкие. Ой, смотрите, это сработало. Иш стримит. Ой, давайте к Иш сходим тогда. Здравствуйте, пироги. Я вам рейд. 250 бубликов, это 250 бубликов. А звуковых пока нет. Текстовые почему-то работают, а звуковых что-то нет. И Менталь, очень рад за тебя. Спасибо большое, что заглянул. Очень рада тебе. Ребята, завтра порешаем, что как. Посмотрим, вот это поделаем и решим, когда. Когда будем... Так, блядь, сука. Когда будем что делать, чтобы всем было удобненько. Все, люблю вас крепко. В смысле, обнимаю сильно. Ну, вы поняли. Любовь-морковь нистовая. Я пошла. Вы идите. Увидимся завтра. В Дискорде спишемся. Все. Удачи. Иш привет передавайте. Обнимахи крепкие. Пока.